В Карпатах тает снег, Днестр поднялся, гидроэлектростанция в Дубосарах открыла 5 затворов из 8. Идет сброс воды. Более 500 кубов в секунду. Для Дубосарской ГЭС это небольшие объемы, она может сбрасывать гораздо больше – 8000 кубометров воды в секунду. 500 кубов – это стандартная ситуация, если не считать, что такой так называемой «водной зимы» не было уже лет 10. Обычно интенсивное таяние снега в Карпатах начинается в марте-апреле, в этом году – в феврале. Последние несколько дней увеличился приток к створу днестровских ГЭС, расположенных в верховьях Днестра. Там на прошедшие сутки у них приток был порядка 770 метров кубических в секунду. Они сбрасывают немножко меньше, где-то около 500 кубических метров в секунду. Ну, эта вода приходит к нам, и мы ее тоже часть перерабатываем для выработки электроэнергии, а часть в холостую сбрасываем. Станция работает в обычном режиме. На одном гидроагрегате идет плановый капитальный ремонт. Остальные три работают. Специальный капитальный ремонт гидроагрегатов мы всех сделали. Оборудование на открытом распредустройстве 110 кВт мы практически все заменили. На втором этапе предусматривается полная замена гидроагрегатов. Сейчас на втором гидроагрегате меняют систему релейной защиты и автоматики. Это позволит контролировать работу турбины, проводить диагностику. Ее раньше не делали. А еще ждут новый козловой кран. Его сделали специально для Дубосарской ГЭС. Как только привезут, сразу установят. Он нужен при ремонте многотонных конструкций станции.